Всем привет! Кто смотрел наше предыдущее видео, знает о том, что мы отправились с Богданом из Глазго на остров Аран. Вечером, когда мы собирались отплыть обратно с этого острова в Глазго, мы не смогли этого сделать, потому что из-за тумана был отменен паром. И нам сказали, что следующий паром будет только на следующий день в 11 часов утра. Жители этого острова разъехались по домам, а приезжие остались на морском вокзале. Работники этого морского вокзала вызвали полицию. И полиция стала каким-то образом распределять людей, которые застряли на этом острове. В итоге нас с Богданом посадили в микроавтобус и повезли в неизвестном направлении. Сначала нам сказали, что нас везут в полицию. Всего нас в микроавтобусе было 8 человек. Кроме нас было трое из Украины и трое из Польши. По дороге нас завезли в продуктовый магазин, чтобы мы могли купить себе что-то поесть. И в итоге нас привезли в дом, в котором проживала польская семья, муж с женой и маленький ребенок. 5 человек разместили в одной общей комнате. Одна девушка из Польши ночевала на кухне, а нас с Богданом определили в детскую комнату. Оказались мы в такой комнатке. Ой, такая у нас кроватка тут.
чьи-то фотографии. Мне кажется, это вот эта хозяйка. Ну, похоже на хозяйку дома. Девочка на фотографии. Может быть, да. Может, это ее дочка, а может, это ее комната. Такой вот комнате. Мы с Богданом сегодня спали. Они там сидели, вот там она, семья целая. Да. Глянь, море. Прикольно. Море видно? Ага. Да. Чайки, да? Чайки ближе, поприлетали. Потом зайцы, потом барашки. Нет, вот тут уже фазан ходит. Фазан раз, а потом почему? Не заяц, да? Да. Нет, он стоит, он не заяц, явно стоит. Зайцы убежали, да? Зайцы поразбегались, да. Зайцы целая семья. Ну, это вам нет, нет. Ага, шесть. Не вообще, это бывший ему прям он висит. Вот он кушает. Клубника. Да, виды, конечно, отличные. А цвет какой зелени. Цвет. Угу. Галина. Я в прошлом году ездила в Лондон в августе. Угу. И пошла в парк. Так это вообще несравнимо. Там все такое желтое. Хозяева нам оказали очень теплый прием, за что им большое спасибо. И мы отправились все вместе на автобусную остановку, чтобы отправиться в порт. Да-да, пошли. Что-то
Вид хочешь посмотреть? Да, красота неописуемая. По газону у людей.